Среди ночи вдруг я просыпаюсь, и встает опять передо мной Афганистан. Лица молодые, милые, родные, тех парней, кого оставил там. Уважаемая Наталья Сергеевна, с чувством глубокого уважения и искренней признательности поздравляем вас с международным слетом воинов, участников боевых действий и фестивалем военно-патриотической песни «Салам-Бача». Благодаря вашей поддержке и вашему участию проводятся такие масштабные мероприятия. Надеемся, что вы и впредь примете самое активное участие в мероприятиях патриотического характера, развитие международного ветеранского движения воинов, участников боевых действий, локальных войн и военных конфликтов, и укрепление мира и дружбы народов двух стран России и Казахстана. От всего сердца желаем вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. С уважением, председатель Западно-Казахстанского областного филиала Общественного объединения Атан Дасаф Республики Казахстан, гвардии полковник. Я вас жду. Я вас жду. Пожалуйста, прошу на сцену. Это, я как вам говорил, это родители погибшего воина. Поэтому я честно благодарю их. Я вот уже приезжаю четвертый год их вижу. И поэтому я хочу их отметить грамотами Центрального совета ДОСАФ Республики Казахстан. Салам Баша. Спасибо, благодарим. Мы тут уже 7-й год, с 10-го года, каждый год мы вместо сына, он у нас очень общительный был, я думаю, он бы постоянно здесь присутствовал. Он погиб в Чеченской Республике в 2000 году, в апреле 2000 года. И мы вместо него каждый год приезжаем сюда. Спасибо, всех благодарим, конечно. Тут атмосфера, тут народ такой, ну, атмосфера очень положительная. Мы вас всех приветствуем, всем здоровья желаем. Спасибо большое, огромное вам. Я желаю вам всем здоровья, благополучия, мира, чистого неба, всем вам счастья и всем всей вашей семье. Всем вам. Мы вас любим всех. Также приглашается Галимов Родион Рамазанович.